Всех приветствую. Имею маленький сверлильный патрончик. Как-то я купил на барахолочке за 5 гривен. Немного покоцанный, но кулачки как новые. Необходимо разобрать, почистить и сделать переходничок под SDS+. Разбирается этот патрончик очень легко. Резинка и железная болванка. Включаем в ударном режиме и считаем до 3. Перед тем, как вынуть кулачки, я их маркирую разным цветом. При сборке должны будут стать на те же места. Кулачки можно вынимать. Теперь можно снять весь лишний металл, немножко уменьшить размер и уменьшить вес. Ну, грамм, я думаю, на 20, где-то так. То же самое делаем с другой стороны. Патрончик слегка приталенный. Классная у меня кисточка. Наждачком зачищаем ржавчину. Теперь зачищаем кулачки. Каждый маркирован своим цветом, чтобы не перепутать. Собираем, вставляем кулачки, каждый на свое место.
Выставляем все на одну длину. Одеваем втулку с резьбой. Эта втулочка состоит из двух частей. Пока все работает. Теперь надо одеть стальной корпус и запрессовать его. Ну вот, патрончик собран. Теперь надо сделать переходничок под SDS+. Сделаю из сломанного бура. Для начала надо торцануть. Хвостовик надо было сильнее отпустить. Теперь надо проточить конус. Для этого у токарного станка имеется поворотная каретка. Я ее выставил на 1,25 градуса. Проверяем. Пока все нормально. И последние штрихи. Лишнее железо мне не надо. Получился маленький, легенький, аккуратненький патрончик с коротким хвостовичком. Намного меньше и легче, чем штатный. Проверяем, как он, не кривой ли. Все в пределах допуска. Всем спасибо, ставьте пальцы, я не прощаюсь.